любовь. Любовь уставшей лебедей. Классно. Спасибо большое. Вот это счастье. Спасибо за то, что делаете меня счастливым по-настоящему. Спасибо вам еще огромное за ваше гостеприимство. Я вас очень очень сильно люблю. С праздником тебя! Спасибо огромное. Дорогие друзья, от всей души хочу вас пригласить в Казахстан. Приезжайте к нам в гости. Мы будем вас с нетерпением ждать. Спасибо большое.
сейчас я хочу высказаться по поводу того, что я сейчас чувствую на этой сцене. Невероятные эмоции испытываю сейчас. Прям не передать словами, ни один поэт не передаст. Чувствую себя прям каким-то Майклом Джексоном, прям. Благодаря вашей поддержке. Ты лучше! Ты лучше! Перед тем, как спеть. Thank you. Перед тем, как спеть следующую песню. Хочу рассказать одну историю. Ровно 3 года назад, будучи еще 22-летним, зеленым, молодым, парнем, меня пригласили участвовать в одном проекте, где участвуют китайские звезды. В качестве эксперимента пригласили. И на этом проекте, который называется «I'm Singer», я на первый тур спел одну замечательную песню с философским характером. И, наверное, вы уже догадались, какой песней я отвечу. Как вы? Как вы средние?
Why can't you hear me? I'm screaming.